Так, музыку пускай, нормально. Thank you.
блин, я уже замерз. Только 2 километра проехал. Надо покрутить педали. Ветер переменился, и все. Ягодники собираются к машинам своим. Уже насобирали ягоды. Обещает дождь. Не знаю. Повезло тем, кто сегодня вышел собирать.
Вот и все. Не буду я набирать в этот генератор. Немножко долго. Я замерз. Кстати. Спускаешься, нет. Педали не крутишь. Сейчас, короче. Там от Красноармейского будет подъем аж до кладбища. Там согреюсь. Этих ягодников. Они не совсем предназначены для езды на велике. Ветер, блин. Проникает через щели. Ветровку взял с собой. Сейчас вот езжу и думаю, блин, что без нее бы у меня вообще было. Хоть и ветра такого нету, но когда на спуске едешь, того, что ты едешь больше 30 километров, создается поток. А сейчас моментально у нас остывает. Вот ягодник ползет.